Выпуск начинаем с чрезвычайного происшествия. 20 ноября в собственном доме неизвестными был жестоко избит 88-летний одиноко проживающий ветеран. Пожилого мужчину обнаружила работник социальной службы и сообщила в полицию. Пенсионер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. И, насколько нам стало известно, сегодня за его жизнь борются краевые врачи. О случившемся соседи узнали только, когда приехали полицейские. Ничего подозрительного ночью они не слышали. У него постоянно свет горит. Коридорчик или дорогочек. Постоянно. Вот вечером, часов на 11 до 12. А потом и утром вот, встаю и смотрю, что свет горит. Он, видно, как, знаете, боялся. Думаю, что свет горит, может быть, он не побоится. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела домовладение, прилегающую к нему территорию, а также опросила возможных очевидцев и соседей потерпевшего. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование данного дела находится на личном контроле начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Созданы специальные группы из числа наиболее опытных и профессиональных сотрудников полиции, которые осуществляют весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемых.